Более 50 юных спортсменов прибыли из Белгорода в Нижегородскую область. Как мы сообщали, на прошлой неделе 200 школьников из Белгорода были размещены в санатории в Иксе. Спортсмены же будут учиться и тренироваться в Дзержинске. Получается, мы сюда приехали тренироваться, чтобы выехать из Белгорода куда-то. Думаю, все знают уже о постановке всей. Я так понимаю, что это сделано специально, чтобы куда-то выехать оттуда в безопасное место и тренироваться здесь, чтобы проводить тренировки более усердно и качественно. Мы занимаемся тэквондо. В первую очередь нам тут важен свежий воздух, сосновый, еловый лес, который есть. Вот и, в принципе, тренировки на улице, потому что у нас в спорте работа происходит ногами. Ну и, соответственно, легкая атлетика для нас в приоритете, так скажем. Будет организован тренировочный процесс. Сейчас наши тренера согласуют эту программу с тренерами ребят. Однозначно будет культурная программа. Все, что можно показать дзержинским, мы, естественно, покажем, предложим. Ну, сделаем все возможное, чтобы пребывание детей стало максимально комфортное, интересное. Ну и самое главное, конечно, чтобы без травм и чтобы все были здоровы.